насущном не пеклась хлебом, а потом я обрела зрение и увидела тебя в небе. Я не знаю, кем ты был ранее, в чьем столетии и в каком ранге, но меня своим крылом ранил, а потом ко мне пришел ангел, говорил, что надо жить проще, о небесных не мечтать дарях, что стоит в графе любовь прочерк, и что многие тебя ждали. Я об этом наперед знала, но надежды прорастал себе в сновиденьях мне тебя мало. Я хочу с тобой летать в небе не за тем, чтобы в других зависть, не за тем, чтобы в графу